хотела включить в момент, когда они у меня там дерутся, но как услышали, что пиликает телефон, то перестали сразу. В общем, прелести жизни многодетной семьи. Снежана у нас с Егором сидят сзади. Мы сейчас едем, остановиться не можем, потому что тут остановка запрещена, и мы в такой пробке. Сейчас покажу. А, тут не видно, что тут длинный хвост машин. В общем, нам из машины пока тоже не выйти. В общем, вот они у меня дерутся там. Сделать я ничего пока не могу. На уговоры Жанна не реагирует. Да, Жанна? Ни на какие. Вот она вся в слезах, и она все равно лупит Егора. Егор уже стал ей давать сдачу. Он терпел и стал давать сдачу. Слушайте, может, вам местами поменяться? Давайте местами поменяйтесь. А так, ты сядешь на Жанино место, Жанна твое. Почему она тебя будет лупить? А ты с ней поговори, чтобы она тебя не лупила. То есть вот она довела себя до слез, ей это состояние очень нравится. Да, она просто, может, спать хочет. Но... Мишка, наклонись. В общем, вот такие вот слезы у нас и пироги. Жан, ты понимаешь, что я тебя снимаю на камеру? Конечно,